Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня мы подводим промежуточные итоги нашего конкурса на лучшую аватарку и на лучшую шапку нашего канала. Сами знаете, что девочкам надо иногда наряжаться, и для этого мы меняем периодически свои шапки и свои аватарки. Вот, и поэтому сегодня вот мы сейчас подведем итог, но он не окончательный. Конечный итог мы подведем после новогодних праздников. В процессе, да. То есть вы можете нам кидать, вот, а потом, когда праздники закончатся, мы уже подведем итог и исполним ваши пожелания. Просто потому, что я, например, в новогодние праздники вообще собралась путешествовать, мне тут будет некогда перед вами вот это, слушать все и так далее, поэтому наговорим, начитаем, напоем, а вы будете слушать, а я буду путешествовать. Поэтому кидайте нам наши аватарки и шапки. Я уже не раз говорила, что я хочу. Мне нравятся красивые буковки, мне нравится, чтобы не было лица. Там будет весело. Да? А потому что не хочу лица. Моего лица и так много везде. Вот. Ну, а так, в принципе, чтобы был лук. Вот, кстати, лука нет. А мы просили, чтобы был обязательно лук. Кидайте у нас, значит, куда? На электронную почту, которая вот указана у нас на канале. Вот. Или в наш телеграм-канал можете кидать. Или ВКонтакте ко мне. Или ВКонтакте к Максиму. Вот. Ну, давайте подведем итоги промежуточные и все узнаем. Итак, ветвидный ряд. Реакции. Значит, минус в чем? Ну, новогодние это хорошо, да, у нас Новый год, все. Минус в чем? Обязательно нужен лук, обязательно, друзья мои. И как-то грустненько, как-то по-советскому союзному. Что-то повеяло Советским Союзом. Максим, а тебе? Просто. Простенько, да. Давайте дальше посмотрим. Вот. Это у нас, ну, тут вот повеселее, но тоже Советским Союзом. Что-то как-то, что-то такое. И тут не лук, а другой корнеплод, морковка. Да, морковка. Надо лук сюда поставить. Или на фоне лука. Вот. Но здесь неплохо, здесь как-то повеселее. Если нам, допустим, не из чего будет выбирать, то, ну, можно такой вариант на зимний период. Ну, давайте дальше посмотрим. Да. Ну, здесь совсем просто. Ребят, ну, ёлки-палки, чё такие лентяи? Лук есть. Появился лук. Ну, вот, знаете, вот чё-то не хватает. Ну, в принципе, для аватарки, может, и неплохо. Ярко там, хорошо, кстати, я всегда говорила, что... Мне кажется, по-детски. Ну, да, ну, пускай. Может быть, я уже в маразм скоро впаду и пойдёт. Вот. Это уже шапка. Это шапка. Ну, кстати, знаете как? Надо было как-то растянуть меня. А, тут, значит, две моих книжки. Тут есть лук. Лук веселый, лук хороший. Шапочка мне тоже нравится. Ну, просто как это будет выглядеть на нашем канале? Вот, вот так вот. Да? Ну, как-то вот тут вот пустота. Ну, кого-нибудь... Да, оно... А, ты имеешь в виду справа и слева? Да. Не знаю. Мне кажется, вот этот, у этого есть шанс, но надо вот что-то доработать. Лично мне просто не нравятся вот такие вот мультяшные вот овощи и всякие персонажи. Вот именно такие мультяшные мне не нравятся, не знаю почему. Да? Ну, выбирать все равно тебе, я так тут между делом ну, сижу. Ну, я просто, ну, как бы, вот я думаю, что мне кажется, здесь как-то пусто. А что, все? Нет. А все. Давай тогда в обратную сторону. А, вот. Ну, вот это вот тоже неплохо. Да, там лицо чье? Мазелова. Да, это Мазелов? Похоже на то. Не узнать. Вот, ну... В другую сторону. Мне кажется, ну... Вот знаете, мне кажется, вот в этот раз какой-то фантазии маловато. Как будто кто-то что-то не доработал. Но, в принципе, тоже имеет место быть. Ну, давайте еще посмотрим. Ой! Кто это, я? Вот я про то и говорю, что я не хотела бы... Зато смотри, как молодая тут. Да, меня сильно обмолодили.
я в лесу, в каком-то шаре, и мне отсюда не вырваться. Это что? Это же это? Ну да. Ну, в принципе, прикольно. Лука нет. Может, меня в лук? Лук придал тебе здоровье, ты помолодел. Он внутри. Нет, ну что, оригинально. Есть какая-то оригинальность в этом деле. Еще! Нет, тогда лучше вот эту. Вот это как-то, да? Смотри дальше. Даже пугает, даже страшно, Максим так сказал, что мне стало страшно. А все. А, нет. Это снова я. А, повторился. Ну, вот это вот с тем снеговиком, да, опять связано, ну, не знаю. Более кислотные цвета. Да, как-то с цветами, мне кажется, погорячились. Во, вот это хорошее. Кстати, вот это в стиле таком вот сейчас, такой-то деревенский стиль. Новогодний и деревенский. Вот он сейчас современный этот, я не знаю, как он там называется. Лофт вроде бы. Ну, может быть, вот. Ну, как-то вот это, кстати, вот из всего, что я увидела, вот это... Не, ну я еще подумала, не сунут ли меня там в этот. Но это, конечно, сразу... Вот это молодцы. Вот это вот кто, мне кажется, пока что на данный момент это лучше всех. Да, у нас проблемы с снеговиками. Все. Что, все, что ли? Мне казалось, там еще вроде что-то есть. А. Все. Мне кажется, вот это вот деревенский мотив, его надо также типа сделать вот что там, на шапке. И мне кажется, вот он хорошо будет смотреться. Это надо продумать, и вот кто это сделал. Но это опять-таки, это на зимний период, а на весь круглый оставшийся год-то. Ну да. Нет, ну ничего. Нет, ну можно, допустим, сделать шапку уже без зимы, но на этом фоне, а аватарку уже потом поменять. Вот человечек. Есть тебе, видишь, задание какое. Да. Вот. И, друзья мои, ну, вы же знаете, да, что мы выберем три. Три же мы выберем. Мы выберем же всегда... трех, поставим одного или двух. Одного и двух, потому что было так, что мы шапку одного выбирали, аватарку другого. Вот. Выбирали там аватарку зимнюю одного, а летнюю другого. Да. Поэтому вот мы выберем три варианта. Тех, которые там, может быть, на лето уйдут. Может, ну, на лето, мы навряд. Кого-то даже и не выберем, но оценим. Ну, оценим, да. И обязательно исполним ваши пожелания. Что-нибудь послушаем, может быть, что-то ваше и так далее. Поэтому участвуйте, мы продлили этот конкурс. Спасибо тем, кто участвует. Мы обязательно их тоже посмотрим. Еще раз оценим вместе с теми, кто еще пришлет. И мы специально для вас продлили этот конкурс до окончания новогодних праздников. И там мы обязательно подведем итоги и выберем лучших. Всем пока!